На одном участке при одинаковом уходе высота ботвы у картошки может отличаться очень сильно. Почему так и насколько зависит урожай картошки от величины ботвы? Но сначала я хочу поблагодарить зрителей, которые поддерживают канал. Благодаря поддержке хочется делать действительно интересное видео. Есть два мнения о высокой ботве. Первое. Ботва большая, а значит урожая не будет. Картошка ушла в ботву. Второе. Чем больше ботва, тем больше урожай. Теперь потихоньку будем разбираться на примерах. Начнем с ранних сортов. Это моя картошка и ботва у всего картофеля разной высоты. Это ранняя картошка Red Scarlet. И у этого картофеля очень маленькая ботва. Почему? Ранней картошка называется не потому, что ее рано посадили или ее рано выкапываем. Ранняя – это значит сорт. И у таких сортов короткий период вегетации. В данный момент перед вами Red Scarlet. Этот сорт нельзя назвать очень ранним. Период вегетации 70-80 дней с момента всходов. Существуют сорта, у которых период вегетации меньше. И даже есть сорт, у которого вегетация 40 дней. Ее часто называют 40-дневкой. От чего зависит урожай и высота ботвы у ранней картошки. Ботва у ранней картошки никогда не будет 1,5 метра. Что бы мы с вами ни делали, хоть навозом заложи, хоть сам на грядку ложись, ботва не вырастет. Слишком мало времени, и главное, у этих сортов картофеля другие задачи. Задача раннего сорта – быстро дать урожай. Поэтому клубни у ранних сортов начинают закладываться еще до цветения, когда ботва еще маленькая. И в это время картофелю очень нужны поливы. Во время цветения ботва тоже растет, но мало. Все силы картофель кидает на клубни. А после цветения ботва останавливается в росте. Есть сорта раннего картофеля, которые совсем не цветут. Но клубни у них закладываются тоже очень рано. Влияние солнечного света на урожай и рост ботвы у раннего картофеля. Ботва у раннего картофеля маленькая, и обычно кусты не перекрывают свет друг другу. Что произойдет, если картофель будет находиться в тени, например, в тени дома или в тени деревьев? Клубни все равно будут закладываться, но их будет мало, а заложенные клубни не смогут вырасти, не смогут набрать размер без достаточного освещения ботвы. В любом случае, на большой урожай с раннего сорта просто глупо рассчитывать. При любой агротехнике эти сорта созданы не для большого урожая с куста, а для раннего. Получить ранний и большой урожай с куста не получится. Что-нибудь одно. И в данном случае ранний урожай. Сорта среднего срока созревания. До цветения клубни не формируются. Начинают формироваться только с началом цветения. Рост клубней и ботвы зависит от агротехники и от освещения. У картофеля среднего срока созревания время есть больше, чем у ранних сортов. У среднеспелых сортов высота ботвы в среднем 1 метр, но может быть и больше. При хорошей агротехнике стебли картофеля будут не одиночными и тонкими, а они будут толстыми, и на стеблях картошки будет много пасынков. И даже одностеблевой росток уже будет казаться пышным кустом. При посадке в ряд на близком расстоянии у стеблей картофеля идет конкуренция. Они борются за свет, ведь он нужен каждому пасынку, свет нужен каждому листу. Нет фотосинтеза, нет урожая. В нашем случае среднеспелый картофель посажен в два ряда, а грядка метровой ширины. Картофель сам себя затеняет. Картофель посажен на двух соседних грядках. И несмотря на то, что проход между этими грядками 85 сантиметров, получилось, что один ряд затеняет другой. Кроме того, рядом стоящие два дерева закрывают свет картошки с 3 часов дня. Из-за нехватки света ботва картошки начинает вытягиваться. В данном случае это не скажется на урожае в лучшую сторону. Конечно, мы знали об этом заранее, но у нас была перестройка огорода. И посадим ли мы вообще картофель в этом году, было неизвестно. Грядок для картошки не было. И нам пришлось посадить 3 ряда картошки подряд. Хотя в весеннем видео Рома рассказывал, что так делать не нужно, результат будет плохой. Так получилось, что картошку придется сажать на 3 рядом стоящих грядках. Это не очень хорошо. Так как ботва у картошки очень большая, и будет необходимо ходить по проходу, чтобы поливать и раскладывать траву.
Обычно мы стараемся чередовать грядки с картошкой и любыми другими посадками, чтобы ботва не свисала в проходы. В идеале посадить примерно так. Допустим, это грядка с картошкой, следующая грядка с луком, потом опять грядка с картошкой, потом грядка с морковкой, потом опять картошка, потом чеснок. Что-то в этом роде должно получиться. Максимальную освещенность куст картошки может получить, если он растет отдельно стоящим. При этом его ботва не упала, она подвязана. Это тот же самый среднеспелый сорт, который посажен и в этом году. Видео об урожае из этого ящика можно посмотреть по ссылке наверху. Возраст этих слив 13 лет. Урожай за эти 13 лет был однажды, в 2013 году. И мы все-таки решили постараться сделать так, чтобы грядки были на солнце, не в тени. Пока обрадовалась только среднепоздняя картошка. Поздняя находится в тени. Но не сегодня-завтра свет будет во всем огороде. Если внимательно присмотреться, то можно заметить, что мы переставляем последние грядки. И там, где они будут стоять, сейчас тоже темно из-за этой сливы. Вся перестройка огорода была затеяна из-за того, что половина огорода была в тени. Мы же живем в Подмосковье, а не на юге. Света растениям и так не хватает. О том, как влияет тень на урожай картофеля, можно посмотреть видео по ссылке наверху. Поздние сорта картошки. У этих сортов большой запас времени. Клубни они начинают закладывать со середины и до конца цветения. Цвести могут долго и все это время закладывать клубни. В Подмосковье, да и во многих других регионах, поздние сорта не популярны. И это понятно. Фитофтороз может начаться с середины июля, а уборка поздних сортов – это середина-конец сентября. Но поздние сорта картофеля мои самые любимые. С них можно получить урожай 5 кг с куста, но можно и 7 кг. Больше 7 при выращивании картошки на грядке мне получить не удавалось. Высота ботвы у поздних сортов в среднем 1,5 метра, но может быть и больше. А как иначе? Вот такая малюсенькая ботва не сможет обеспечить большое количество клубней всем необходимым. В общем-то, вот тут и кроется разгадка этих двух противоположных утверждений. Ботва большая, а значит, урожая не будет, картошка ушла в ботву. Чем больше ботва, тем больше урожай. Очень часто огородники сажают неизвестные сорта картофеля или знают только название, не интересуясь, ранний это сорт или поздний. Посадив поздний сорт, они видят, как сильно растет ботва. А у поздних сортов она всегда хорошо растет. Видят большие пасынки на стеблях, видят цветение. Наступает середина июля, и приходит фитофтороз, ботва чернеет. Кстати, меня удивило, что оказалось, что очень большое количество зрителей воспринимает почернение ботвы от фитофтороза за естественное увядание ботвы. Человек видит почерневшую ботву, начинает копать картофель в начале или в середине августа и видит картошину размером с вишню. Помня высокую ботву и не найдя урожая под кустом, скажет: «Вся картошка ушла в ботву, урожая нет». Вот откуда это утверждение. То, что это поздний сорт, люди не учитывают, как и не учитывают и то, что на заболевшем картофеле клубни уже не растут. То есть на середину июля какое-то количество клубней было уже заложено. И с началом фитофтора их рост остановился. Поздний картофель должен был расти еще 1,5-2 месяца. И вот тогда был бы урожай. Это общее, но можно рассмотреть частные случаи. Все мы знаем, что высокая ботва долго не простоит. Она просто упадет. И, кстати, для многих упавшая ботва служит сигналом к началу копки картофеля. Но, что верно для раннего сорта, абсолютно неверно для позднего. У позднего сорта упала ботва. Что происходит? Происходит борьба за свет. Стебли, которые упали первыми, будут накрыты товарищами. А им нужно солнце, и они будут стараться выбраться наверх к свету. Ботва продолжит расти и будет давать новые пасынки и продолжать цветение, теперь уже на них. Нижние листья, не получая света, будут желтеть и отмирать. Но общая длина ботвы будет увеличиваться.
В итоге ботва станет около 2 метров, и к середине, к концу сентября мы получим урожай. Конечно, это относится только к тому картофелю, который не заболел фитофторозом и не почернел 2 месяца назад. Но в большинстве случаев, как только падает ботва, картофель сразу заболевает. То, что происходит у нас, это наши хотелки. Вам не обязательно это повторять. Кто-то марки собирает, а нам интересна картошка. Интересна гораздо больше, чем помидоры. У нашей картошки ботва подвязана. Из-за того, что грядки расположены друг за другом, да еще и с 3 часов заслоняются тенью от деревьев, картошке не хватает света. И что она делает? Правильно, тянется к свету. Чтобы ботва получила максимум из возможного, мы ее перевязали. Посмотрите, проход 85 сантиметров. Уника посажена в один ряд, ширина грядки 60 сантиметров. Далее ботва подвязана и занимает половину грядки, на которой росла ранняя картошка. Сейчас она убрана. Но на второй половине грядки растет поздний сорт журавинка. Тоже идет борьба за свет. Будет недополучен урожай и с уники, из журавинки. Почему мы не подвязали картошку строго вертикально? Ведь так нам было бы удобнее ходить по проходам, поливать, раскладывать траву. Нам было бы удобней. Ключевое слово «нам», но не картошке. Даже при такой подвязке листья снизу желтые, без света. Света нет, нет урожая. А чтобы было удобней нам, нужно было сажать картошку, как рассказывал Рома, через грядку. На самом деле этот ролик был сделан для одного зрителя. Мне очень хочется, чтобы он понял свои ошибки. Но думаю, что ответы на свои вопросы получат многие. Связывать картошку вот таким образом – это самое плохое, что можно придумать для картошки. Да, человеку удобно ходить и даже измерять высоту ботвы. Но ведь цель – получить урожай, а не вырастить ботву. Ботва растет, потому что ей не хватает света. Картофелю не хватает возможности выполнить свою задачу. А задача – вырастить клубни. Без света они не вырастут. Вот такие отбеленные стебли не участвуют в фотосинтезе. Листьев нет. Зеленые макушки стянутого картофеля не справятся. Нет соответствия зеленой массы листьев и уже заложенного количества клубней. Такое отбеливание стеблей хорошо для сельдерея, но не для картофеля. Для картофеля это противопоказано. Как я уже рассказывала, идеальное освещение со всех сторон у картошки в ящиках. Как росли 5 сортов в ящиках в прошлом году. Как вырастить крупный чеснок. Быстрая переработка урожая. Как сохранить зимой самые красивые петунии. Всем хороших урожаев! С вами была Наталья Сморчкова, канал и сайт «В огороде про».